Любящий вас телеканал АТВ Михалыч. О погоде на 5 мая. Всем, кто нас смотрит, здравствуйте, и пускай у вас все будет хорошо. Партнер программы Япоша Роллов. Высокое качество. Доставка в течение 60 минут. Обновленное меню, которое понравится даже самому взыскательному гурману. Япоша Роллов. Выгодные акции, приятные цены. Скидки найдутся для каждого. Телефон доставки 50 57 57. По республике в большинстве районов сохранится неустойчивая прохладная погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер перемены 5-10 днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в северные районы – это Баунт, Муйский, ночью минус 2-8, местами до минус 15, как жалко. Днем плюс 1-6, местами до плюс 9. Центральные районы – Волгинский, Тарбатайский, ночью 0-6, днем плюс 7-12. По южным районам – Кяхта, Джида, ночью 0-5, по юго-западу до минус 12, днем все-таки тепло 7-12, местами по югу до плюс 16. В нашей любимой и обожаемой столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 1-3, а максимальная днем плюс 9-11. Атмосферное давление будет падать до 717 миллиметров ртутного столба, ночью до 714 миллиметров днем. Не столь опасно принять решение, как не решиться ни на что или решиться слишком поздно. Все в ваших руках, старайтесь все делать правильно и с Богом. Пусть все будет у вас хорошо, чего вам желает АТВ и Михалыч. Будьте с нами.